Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Elden Ring. Поехали, сейчас загасим вот эту тварь. И слушайте, я же эту часть локации вообще толком не изучал. Я так проскакал и уехал. Надо будет исправить всю эту ситуацию. Еще нужно, знаешь, что сделать? Активировать руну вот здесь. И нужно вот здесь, еще сказали, пропрыгать. Там что-то типа около дерева есть. Обязательно мы это сейчас сделаем. И еще вот здесь надо, короче, тут кое-что сделать. Давай сразу поставлю, чтобы не забыть, да, все. Вот так, сюда. И надо еще куда-то. Ну, пока все. Теперь инвентарь. Хотел еще про руну прочитать. Где она была? Великая руна хозяина осколка Рикарда, лишенная благословения. Направляйтесь к священной башне западного Альтуса. Она стоит на краю обрыва у побережья к юго-западу от Лейндела. Хорошо. И, короче, что-то еще хотел прочитать. Про душ, по-моему, да? Надо еще вернуться на круглый стол. Может, там что-то произошло? Вот. Воспоминания о Рикарде, понятно, богохульном владыке, высеченное на древе Эрт. Рикард обернулся огромным змеем, чтобы пожрать всех и вся. Становиться сильнее и жить вечно. Знаю, путь богохульства долог и опасен. Тот, кто не готов согрешить, не сможет его пройти. Ну да. Поскакали. Тут еще вон цветочек, я его заберу. Может, здесь уже можно объехать? Ну, пожалуйста, блин. Потому что, если там придется опять прыгать, это будет тупо. Может, вот так вот, смотри, здесь. Там вон наверху плюха есть, сейчас заберем. Блядь, ты сейчас издеваешься, что ли, гнида? Ну вот, ну что это за херня? Через полкарты это вот его атака идиотская совершенно. Только бесит. И все, и отстал от меня, понимаешь? Ну, скотина. Так беги, пока я тебя не зарубал. Вот здесь. Ну, посмотрим, что там веселенького есть. Плато Альтус. Мы снова здесь, да? И где же наш враг? Вижу. Все, покойничек. Руническая дуга, зелье, ну и в принципе больше ничего. Возвращаемся обратно в свой мир. Только я вперед еще проеду, там скорее всего будет благодать, потому что, судя по всему, впереди какой-то типа замок. Пузырек Крепуса. И черный ключ-болт. Погоди, а это что такое? Пузырек. Таинственная бутылочка с темным туманом внутри позволяет владельцу передвигаться бесшумно. Ритуальный предмет убийцы из крепости круглого стола. В былые времена погасшие, сбившегося с пути благодати, страшились лишь одного — полной тишины. Ага. Вот что-то здесь, да. Тут какой-то типа замок или что это такое? Там кто-то стоит? А, нет, это просто. Что пишут? Что-то пишут много здесь. Почему опять яд? Ай, блин, люди уже все да, задрало уже. Ну это Миядзаки, ребята. Welcome to hell. Золотая руна, спасибо, ребятки, спасибо. Ядовитая смазка. Можно вот сюда запрыгнуть, видишь, специально сделано. Сумрачный замок. Ладно. Сейчас благодать активирую, пока переместимся в другое место, а то чё я здесь застряну. Чё-то у меня такое подозрение, вы знаете? Все это место мы отметили, ставлю маркер. А теперь, вот сюда.
Сдаем квест, берем еще один, если он будет опять же. Интересно, какая реакция сейчас будет? Мы же босса убили. You. It's true then. You've defeated our lord. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal. And will one day rise again. Stronger. Until then. I must stay the path. And do my part. Okay. I will leave the volcano manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. В смысле, а моя награда? This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Видимо, награды не будет, да? This is perhaps. Да, все. Это печально. Это печально, ребята, награды мы не увидим больше, по всей видимости. Погоди, вот там что-то появилось, смотри, что за херня. Этого же не было. Спасибо. Ну, допустим. Что-то еще есть. Змеевидная костяная катана. Видимо, это как раз-таки, ну, награда. So, you killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. O greater will, hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. O greater will, I am the... Ну понятно, все, давай, удачи тебе нахрен. А теперь, вот. Зловещая катана в виде змеиного скелета, плотный ряд шипов, выступающих из режущей кромки, покрыт смертельным ядом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас поставим, потестим новую катану. Сейчас опять будет беситься. Там уже, понимаете, там уже вообще ни с чем нельзя играть. Просто ни с чем. Ой, клык ищейки, имба вообще, лохи с ним играют. Катану выбрал, ой, ну вообще, ну это опять имба вообще, как катанщики эти, фу, такими быть. То есть я вообще уже не знаю, с чем играть, с голой жопой бегать начну. Мне начнут писать, что, блядь, оденься, понимаешь, возьми катану в руки, перестань. Уже, ну просто, ну, то есть никому вообще не угодить людям, вот, понимаешь, что бы ни делал, вообще никому не угодить. Погоди, ну там, видимо, тоже парень уж, я хотел проверить, а, ну здесь нельзя, ладно. Подождите-ка, что-то здесь не так. Да, смотри, остался только меч. Выучить навыки, смотри, ох, можно, прикольно. А вот еще два навыка, смотри, какие-то прикольные. Пепел войны, трюк убийцы и извержение. Вы хотел пошутить, но не буду. Я слишком... Капец, у меня фантазия жуткая просто, ребят, все. Кто понял, тот понял, кто не понял, тот не понял, все. Давай сюда. Подвал, какой подвал, блядь? Дима, перестань тупить. Так вот, спецатака какая? То же самое? Подожди, стоп, что-то я туплю, не, во. Вот, получается, нажимаешь на L2, тык-тык. Вот, ну, короче, понятно, да. Не имба, убираю. Надо только проверить, что за яд там смертельный. Но я думаю, можно использовать. Вот смотри, опять же. Вот здесь были двери, ну пиздец, блядь. Ну вот зачем так делать, Миязака? Запутал меня. Давай. Уиу.
Кея! Не, ну красивая же, да, атака, вообще капец. И меч такой, в принципе, ничего. Какой-то там это перхотью покрытый, ну ничего, я так понимаю, сила в перхоти, да? Красиво сделали, конечно, это все. Хоба! Хоба, главное не провалиться под лифт, а то у меня особое отношение с лифтами. Кто смотрел прохождение Dead Space, тот знает. Ничего, и здесь ничего. Вот, смотри, можно активировать. Еще такой круг, похожий на проклятие. Великая руна Радана. Где она там была? Увеличивает макс ОЗ, ОК и выносливость. Вау. Великая руна хозяина осколка Радана, бича звезд. Ее благословение повышает максимум ОЗ, ОК и выносливости. Полубог Радан, один из детей Ренала и Радагона. После того, как Радагон женился на Марике, Радан стал пасынком королевы. Правая сторона руны полыхает огнем, отгоняющим красную гниль. Вау, прикольно. Круто, круто, круто. Теперь здесь это мы убрали, все. Теперь давайте сейчас сюда переместимся, наверное, да, по Шурику. Посмотрим, что там я упустил. Там какие-то пару закутков есть. Потом еще нужно в два подземелья сгонять, которые я пропустил. Мне там сказали, где искать. Так, и еще давай мы руну поменяем и посмотрим. Ну-ка, что там? Угу, и теперь... Вот, слушай, ну повысилось, да, здоровье? Ну-ка, даже так? Или нет? Да, немножко повысилось, а если я использую дугу? Вот такая вот история получается у нас, да? Статус. 1380. Ну, в принципе, нормас, чё. Жить будем. Получается, там где-то были плюхи. Я просто их не заметил, ребята. Я забыл, где открылись эти самые проходы. Сейчас давай. Уи-у-у. Где же это все открылось? Давайте смотреть. Тут нифига. С какой-то стороны там вот сейчас стой, я помню. Где-то, по идее, вот здесь еще должно открыться было, да, по-моему? Нет, опять же не здесь. Может здесь? Вот здесь, да-да-да, вот здесь была эта печать. Это номер раз. Ух ты, насыщенный мечевидный ключ. Как раз-таки, ребята, мы знаем, где это можно использовать. Дальше пошли, еще есть, по идее. Здесь ничего. Здесь тоже. Да, блин, достали. Тут еще эти, знаешь, типа духи из других миров подсирают. Теперь туточки. Смотри, здесь что-то нихера не видать. Ну, здесь вряд ли что-то есть. Погоди-ка. Какой хороший у меня щит все-таки, который поглощает магию. Блин, по-моему, еще где-то в этой степи что-то было, я помню. Вон, да. Вроде было три таких места. Талисман волшебного дракона, я так понимаю, что-то он там силу магию, наверное, увеличивает. Повышает сопротивление магии. Талисман с изображением двух древних драконов синего цвета. Значительно повышает сопротивление магическому урону. Древние драконы, правившие в доисторическую эпоху еще до начала эры Древа Эрт, защищали своего повелителя, как стена из живого камня. Со временем образ дракона стал универсальным символом защиты. И это все.
Вон еще, да, вот как раз таки это последнее место. Больше не было. Комета ночи. Все, здесь мы закончили. Теперь отсюда мы уходим. Давай-ка сейчас тут где-то нужно прыгать. А, подожди, мне сказали, должен быть где-то данж, который я не заметил. Один секунда, один секунда, ребята. Вот здесь, ребята, где-то. Сейчас, секундочку, да, вроде здесь. Сейчас надо переместиться поближе. Ну, в принципе, мы можем проехаться. Давайте так и сделаем. Сейчас, одну секундочку. Это как нужно ехать? И направо, то есть прямо и направо, хорошо? Сейчас вместе постараемся найти. И второй данж я пропустил около Академии. Там тоже сейчас поглядим, поищем. Смотри, это нужно ехать сейчас вот так вот наверх и выше подниматься, и там уже двигаться направо. И еще сказали убить все-таки дракона, это можно сделать? Просто здоровье до хрена. Блять. Просто здоровье до хрена, и поэтому мне показалось, что убить якобы невозможно. На самом деле, возможно, очень даже. Нам нужно в другую сторону, нужно, по идее, вот туда. Это интересно, конечно, но нужно подниматься, чтобы проехать. Ладно, сейчас вот так вот сделаем, где-нибудь поднимемся и поедем. Давай отсюда. Эх, не получилось. Да чё ж такое? Херовато прыгаем. Вон там все это время был данж, охренеть. А тут что-то еще есть, кстати. Это что такое? Нифига себе, колотушка! А, кровь монстра и больше ничего. Стоп! Не здесь, не здесь. А где? Это все очень странно. Сейчас один момент, может быть и здесь. Просто нужно пропрыгать вниз. Видимо, да, внизу находится. Ну, эта тварь довольно живучая, кстати. И вот смотри. Нет, указывает туда, где я уже был. Странно. Ну, типа, а почему указывает туда, где я уже был? Потому что, ну, типа, не работает, не активна эта хрень. Впереди требуется перекат, ага. Но спрыг там есть. Но с другой стороны, видишь? Блять! Ух, чуть не улетел. Почему опять смерть? Понятно. Здесь мы не проедем никак. Просто вот сложно, казалось бы. Видишь, карта двухмерная, не трехмерная. Из-за этого сложно понять, где именно. Тварь живучая, а? Он еще одна. Ну здесь как-то можно, наверное, да, пропрыгать? Как-то очень осторожно, наверное, это реально сделать. Ну что-то чую я, что это все полная херня. Ну вот здесь, получается, должен быть данж. Вот здесь он должен быть. Вон там что-то есть, смотри. Ты видишь это? Подождите-ка.
Да, туда можно. И там, скорее всего, тот самый данж, да? Погодите-ка. А если с той стороны? М? Как-то пропрыгать? По колоннам, да? А что у нас там? Ну, там древо. Я понял, все, поехали. Я понял, ребята, все понял. Ну, видимо, опять же, тот данж я пропустил, который искал изначально. По всей видимости, именно так. Здесь мы не проедем. Сейчас давай лучше с другой стороны. Можно, в принципе, по пути грохнуть дракона. Говорят, в район хвоста встаешь, короче, и можно прям лупить спокойно. Еще лапку заюзаем. Да. Ну давайте, ребят, я ускорю. Это надолго. There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling. I hear him sing. Burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins. He reads my soul. One day that bird he spoke to me like Martin Luther, like Pericles. Все. Я еще лапку заюзал, посмотрим. Сказали, 75 кусков дают так, и посмотрим, сколько дадут сейчас. 60, что-то там, сколько это было, я не увидел. Короче, вы увидели. Ага, ну все. И больше ничего не осталось. Даже как-то жалко на самом деле. Почему? Потому что эта тварь лежала тут еще задолго до меня, и я ее уничтожил. Конечно, с другой стороны, вероятно, мы облегчили страдания этой твари. Так что это, наверное, благое все же дело, да? Ну, просто как-то грустно, что этой твари, типа, ну, такой древней, да, больше нет. Печалька. Ну да, больше ничего здесь не осталось, поэтому я просто уезжаю. Нам надо, короче, смотри, вот там, где дерево, и с другой стороны искать спуск. Я думаю, что это возможно сделать, возможно спуститься. Да, вот там внизу как раз таки мы были. А там мы были? Странная башня, что-то я ее не узнаю. Может быть, ладно, сейчас, секундочку, я кое-что проверну. Вот то самое место. Или нет? С той стороны. Сейчас найдем, ребята, сейчас найдем. Будем экспериментировать. Тейкс. Странно, там вообще сложно это сделать. Может, это выход как раз таки из данжа, который я ищу? Ладно, поехали пока в башню, посмотрим, что там. А то что-то я такого очевидного прям спуска не вижу. Сегодня еще можно дракона убить. Так, к слову. Да, круто. А что будет, если молния в меня ударит? Сразу смерть или постепенно? Надо будет проверить. Да, здесь мы не были. Кое-что все же упустили. Стоп. Там внизу эта штука. Ага, вижу. Опять нужно искать этих мудрых животных, я правильно понимаю? Вон там что-то есть, глянь. Какое-то странное кладбище. Ладно. Здесь у нас что? Все сломано. Классика.
Башня Ленны. Ну это здорово. Но, видимо, здесь типа так ты не войдешь. Нужно искать самому вход, правильно? Это орлы. Ну, здесь нет ничего, входа я не вижу. Хотя есть у меня одна идея. А что, если воспользоваться этим вот таким образом? О, поняли, да? А, и чё? И чё? Ну, сейчас давайте попробуем перелететь. Вдруг реально сработает. Эх, что-то никуда не попасть, что самое странное. Но там, по идее, должно же быть что-нибудь, правильно? И вот я на крыше. Это, конечно, все очень здорово и замечательно, но что-то там входа не видать, да? Что говорят? Там что-то пишут. Типа вход вот... Блять! И руну прям потерял. Ну печально, но, кажись, вход был там. Ну вроде высота небольшая, какого хрена я разбился? Я не знаю, это полный бред. Может, типа так не рассчитано ни хрена? Сейчас давай еще раз заберу только свои 100 тысяч. Так, к слову, блин. А где они, кстати? На крыше остались? Серьезно, твою ж за ногу? Блин, сейчас не хватало мне их потерять, слушай. Такс. Все нормально в этот раз получилось выжить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон там что-то есть, да, я вижу, но типа туда не попасть. Блин, странно все это. Ну там, вон, видишь, типа лифт есть, то есть это с первого этажа попадаешь туда. Сначала, видимо, что-то нужно сделать все же, по-другому это не работает. Вообще никак. Сейчас давай еще раз объедем, посмотрим. Я не вижу ничего даже. Причем самое смешное, загадки нет. И там сломаны эти все. Ну, куда вставляются мечевидные ключи, ладно. Это место мы запомним. Я сейчас сюда поставлю что-нибудь вот так. Типа там еще плюха осталась. Здесь что у нас такое интересное? Ну, это, видимо, другой проезд туда, где мы были. По всей видимости. Как раз можем отдать два корня смерти. У меня там накопилось же. Вот уродцы мелкие, а. Говна нарасставляли своего. Что там такое? Какой-то странный звук. Это море так шумит? А, тут водопад, ни хрена красота. Сейчас давай покатили. Ну нет, здесь видишь, типа нет ни хрена такого, чего я не видел. Печально все это, ладно? Давай тогда ускорим процесс. А, я не могу. Я не могу. Потому что враги рядом. Может, с той стороны что-нибудь еще я найду? Хотелось бы узнать. Давай прокатимся. Посмотрим, просто ради интереса. Может, реально что-то упустил? Не-а. Вон там какая-то башня. Нет, не башня. Это, видимо, кусок моста. Там древо, да, эрт, которое. Ну, вроде все. Тут ничего такого не было.
Feed me more. Strange, but the death yet quenches. Bring more. Хорошо, понял тебя. То есть еще корней тут, видимо, до жопы. Сейчас прокачаю пару уровней и пойдем дальше. Не хватает чутка. Повысить уровень и здоровье еще немного. Теперь что мы делаем? Смотрим. Перемещаемся сюда и попробуем проехать. Какого хуя? Чё за нахуй? Ты ебанутый, блядь? Это что за срань? Он что, ёбнулся? Да ебать, у него там здоровье. Он вообще неадекватный. Так и должно быть, что ли? Да пиздец там, слушай, вообще непробиваемая какая-то срань. Что за херня? Put it away. I won't forget. My appetite. My sin. So please. Enough. Понятно, у него, короче, какие-то срывы. Хорошо, ладно, я пока присяду. Сейчас посмотрим, может что-то изменится, слушайте, странно. Что там написано впереди, смотри внимательно. Ну там ни хрена нет, обман. Ладно, сейчас присяду за благодать, посмотрим. Может он типа, ну, что-то скажет еще. Как раз фляги нужно восполнить все равно. Нет, он ничего не говорит. Ладно, не буду его трогать. А теперь давайте сюда. Может быть, там как-то можно проехать до той пещеры, которую я не могу уже найти хер бы тучу времени. Еще здесь непонятно, типа, блин, вот что там было? Вообще там написано, прочитать не можешь, но упала она, и что дальше? Ладно, потом разберемся. Пока давайте прокатимся вниз. Ой, блядь, опять началось. Дурацкий камень, блядь. Ага, и в итоге мы с другой стороны выехали вообще. Ну, смотрим по сторонам, здесь я точно не был. Вдруг как раз-таки переход, да, блядь. Говнище. Или был я здесь? Только с другой. Что-то я нихера не пойму, запутался уже. Вот, что-то здесь, смотри. Да. Кажись, то, что я искал. Ну да, где-то в этом районе. И вот здесь, по идее, должен быть выход. Ладно, ищем. Сейчас только нужно вот так вот сделать, чтобы посветлее было, да? Ой, блядь, понятно. Самое забавное, медведи реально любят рябину. Они её жрут прям только так. Там, откуда я родом, медведи просто до одного места. Да, они хавают.
особенно перед зимой, перед спячкой. Ягоды жрут только так. Ой, блядь, пиздец. Поймал. Попытался сломать. Не сломаешь ты меня, сволочь, понял? Вот что значит пытаться сломать меня полностью. Это было забавно. Должен признать, это было забавно. Пообнимал, короче, меня. Может, он просто хотел пообниматься, понимаешь? Он добрый мишка, который хотел пообниматься. А я что-то, как ты видишь, не так понял его намерение. Подранил его. Ну ничего, мишка теперь рад, надеюсь. Талисман овцы быка. Круто. И что это за талисман такой? Талисман в форме рогов овцы быка улучшает баланс. Овцы бык — символ могучего Трагора. Говорят, ему не было равных в бою. Ныне же он превратился в молчаливого соратника всех воинов. Но здесь ни хрена. То есть это вся пещера, которая была, да? Но это не та пещера, которая мне нужна. По всей видимости, тогда уж. Может быть, где-нибудь есть стеночка невидимая, а? Ну-ка, давай-ка попробуем пробить здесь еще раз. Не-а, что пишут? Впереди лошадь отсутствует. Смерть является в видениях, ясно. Умиротворенность является в видениях. Круто. Это так помогает понять. Ну, здесь больше ничего, да. Мы только за этим сюда заходили, чтобы мишка самоубился. Забыли, видимо, мишке сделать полоску ХП. У меня такое ощущение. Тут мы были. Здесь мы. Подождите-ка. Стоп, стоп. А, мы там были, да. Ну там еще с другой стороны есть поворот какой-то. Подожди, пошли посмотрим. Просто ради интереса. Вон там, видишь, что-то есть? Да! Это еще не все! Далеко не отходи! Ну да, где-то здесь, ребята, то, что нам нужно. Пойдем посмотрим. Впереди тайная тропа, где? Что там пишут? Требуется друг, в смысле? Впереди стадо, так что впереди требуется друг. Помогите! Подожди-ка, а что там так столько много отметок, что там тайная тропа? Наебывают, короче, я понял. Ну что за люди, вообще не понимаю таких. Вот за хера так делать, если там нет стены, зачем вы ставите плюсы? Ну, блядь, пиздец, блядь, что за народ? Так, давай сюда. Ух ты, блядь! Ух ты, ёптыть, нихера себе! Ну вот здесь, в принципе, грамотное взаимодействие сделано. В том плане, что атакует один, а второй просто стоит, метает. Сейчас, один момент. Клина Марики здесь, конечно же, не было.
Может, стоит сначала того убить? Как вариант. Есть! Ух, быстрее! Ух! Все, тварь, готовься. Все, готов. Немножко что-то я напрягся, должен признать, но пока таких боссов я не видел. Талисман огненного дракона. Это защита, скорее всего, от огня, правильно? Да, сильно повышает сопротивление огню. Талисман с изображением трех древних драконов красного цвета. Древние драконы, ну понятно. Ну здесь все, один данж мы зачистили. Ладно, здесь два медальона, было неплохо, зашли. Есть еще один данж, который находится там в другой стороне, я еще проверил. Опять же, мне скинули, оказывается, два данжа, а не один. Получается, вот здесь типа один, и вот здесь второй. Сейчас как-то нужно добраться до него, я даже не знаю как. Наверное, отсюда давай попробуем. Почему нет, если да? Да, я тоже так думаю. Что-то у нас серия, закрывают долги. Получается, нам вот туда, да. В следующей серии точно заедем, ребята, к круглому столу. Ну вот смотри, тут я пока ни хрена не вижу. Ну, возможно, где-то вот там внизу, да? Да-да-да, вот здесь. Там что-то есть, смотри, там даже не было ни разу. Охренеть. Что-то как-то даже вниз не смотрел. Вон там что-то есть. Подожди-ка, стоп, или был я там, да? Данж должен быть где-то вот здесь. Как-то там по веткам нужно проскочить, и окажешься там, где данж. По-моему, вот, наверное, чуть... Ну, вот прямо нужно проехать. Да, да, вон. Хер догадаешься, конечно, так вот. Да, едешь, едешь, хер заметишь. Так, теперь осталось понять. Это нужно заехать вот таким образом, вот сюда. О, знакомая рожа, блядь. Век бы тебя еще не видел. И вот тот самый данж. Ну ладно, пошли посмотрим, что у нас тут. 99 тысяч у меня, ни хрена себе. А я богач. Богач, ребята. Давайте рискнем 100 тысячами. Ой, блядь. Зря я так это сделал. Я понял. Ой, блядь. Да ну ты нахуй брось. Нет, 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 блядь. Не просыпайся, блядь. Не просыпайся. Я тебя сразу, я тебя просто прошу по-человечески. Я тебя прям прошу. Оно сдохло, да? Да, оно сдохло, фух. Это не может меня не радовать. Да блять, да блять. Ой! Все, нормас, продолжаем, блять, вот ну мы зашли, конечно, зря я поспорил на 100 тысяч. Ладно, идем уже, чтобы было, знаешь, типа потревожнее. Чую, там какая-нибудь херня живой да окажется в итоге. Либо будет босс, три штуки вот таких вот, бля, о, будет заебись. Миязаки такую хуйню любит. Ой, блядь, там какая-то срань. Змеиный лук. Уже почти сотка, ребята. Напряжение возрастает. Впереди крыса. Круто. Так, здесь все. Ну куда мы идем? Куда-то непонятно куда.
Ну и, видимо, мы на месте, да? Блядь, да ты чё, серьезно? Тихо. Бежим, бежим, блядь! Блядь! Тихо. Да, блядь, кто там херачит так? А, вот это падла. Быстрее. Все, жить будем, ни хера себе, это было близко. Слушайте, когда у тебя очень много рун, да? Как-то что-то это все становится слишком напряженное, я бы даже сказал. Даже простой данж, казалось бы. Капец. Надо пореже так делать, потому что я так заикой стану. Здесь ни хера-хера, а? И вот здесь, что там пишут? Впереди пара. Блядь, да заебали. Ладно, справимся, я думаю. 101 тысяча на кону, ребят, я не имею права проиграть. Рыцарь ча... Ага. Готов? А этого я честно убью. Если так можно это назвать. Ну, обычные враги, понимаешь, неинтересно. А тут хотя бы даже дамажить нечего. Да, таких врагов мы видели. Скукота, скучно. Золотой скоробей. А это, я чую, дает, наверное, прибавку к рунам, да, на постоянной основе. Талисман в форме скоробея, хранителя драгоценностей. Золотой скоробей увеличивает число рун, получаемых за победу над врагами. Вот, это хорошая штука. Сильно мы потеряем? Много? Да, на самом деле, не особо. Так что я поставлю лучше скоробея. Ну, вроде здесь все. Да, вот только как попасть вот сюда, в данж? Подожди, может как-то вот отсюда, типа? Храм чумы или как-то с другой стороны, даже не знаю. Может отсюда, типа, проехать вот сюда. Как вариант, можно попробовать. Сейчас все сделаем. Все, 100 штук я трачу. С чистой совестью. Хотя давай переместимся, да потратим. В чем проблема? Давай вот так. Мы же слегка потеряли. Нужно прокачать еще стамину на пару пунктов. На пару пунктов ОК и на пару пунктов еще здоровья. Итак, смотри. Получается, куда-то вот туда нужно. Ну, короче, вот так вот проехать. И вроде там должен быть данж. Ну, что-то чую, и отсюда мы хер попадем туда. Если бы можно было как-то запрыгнуть. Ну, вот здесь, видишь, как-то можно это сделать. Типа, какая-то задумка здесь уже есть, похоже. Ну, туда можно подняться, только как? Малое древо Эрт, хорошо. Надо еще, кстати, зелье сварить. Мы же только одно сварили, а у нас, типа, еще одно можно сварить. Ну, вот смотри. Вот здесь что-то есть. Я пока слезу, на всякий случай. Треснувший горшок, это, конечно, здорово. Тут что-то я ничего не наблюдаю. Может, не то дерево? Кажись, я понял, ребята. Вот сюда надо, блять. Тупил пиздец. Не заметил сразу, да, бывает. Сейчас сделаем вот так. Теперь, давай,
Аккуратно. Аккуратно. Так. Теперь, блядь, вот здесь как-то, да? Пиздец. Так. Потом вот здесь вот так вот, да? Два раза нужно. Так. Теперь, блядь, вот туда разобью же нахуй. Если какая-то подлянка есть по-любому. Так. Фух, блин, пиздец, конечно, жесть. Но он сейчас встанет. И будет больно, скорее всего. Руническая дуга, серьезно? Это что за хуйня? Пиздец! Да блядь! Не понял, это вообще где? Чё-то я, блядь, отреспался там, где был этот, как его... Данж? Да? А тут, оказывается, еще и благодать была, охереть. Вот здесь была благодать все это время, охереть. Что-то не туда я поехал, по всей видимости, да? Это все, конечно, очень интересно. Слушайте, ребята, давайте уже в следующей серии продолжим, а то это очень длинное. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, также подписываться на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. На третий канал подписывайтесь, там будут выходить ролики про игровую индустрию. А также не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Все, все ссылки в описании. Всем спасибо, всем пока.